первом Г-классе сегодня премьера мультфильм «Спасатели из Багдада». Каждого героя здесь нарисовали и озвучили сами первоклашки. Четвертый год в школе поселка Развилка обучают мультипликации. Ребята постарше неоднократно выигрывали городские конкурсы. Малыши только начали свой путь. Во-первых, они сами придумывают персонажей. Потом они делают, они их рисуют, они собирают марионетки, а потом они двигают их, то есть они их оживляют, потом они их озвучивают. Это целый театр. Мультипликация – это прежде всего проектная деятельность, а проектная деятельность – это креативное мышление. А креативное мышление в наше время – это вот. Фон, на котором разворачивается действие, ребята тоже создают сами. 10-минутный мультик снимался почти весь учебный год. Ведь для каждого кадра первоклашки вручную двигают героев. Снимают покадрово. Это называется стоп-моушен. То есть кадр, съемка. Кадр, чуть-чуть подвинули, съемка. Чуть-чуть подвинули, съемка. А потом, когда лента идет со скоростью 12 кадров в секунду, тогда получается движение куклы. Мы ставим свою куклу на стекло и потихоньку ее двигаем. Я с детского сада вообще не увлекалась мультиками. И в школе мне была возможность снять свой мультик. Кто-то из ребят выбирает для мультфильма уже существующих героев, а кто-то придумывает новых. Преподаватели делятся: в любом случае это развивает воображение ребенка. У меня был герой Вовка. Я с ним играл, мне он понравился. Когда у нас была съемка «Космос», у нас была, я сделал корабль, он у меня красиво получился. Тут с моими друзьями, тут очень весело. Иногда можно проводить много времени, и ты создаешь свой мультик. Снимать и монтировать мультфильм первоклашкам пока помогают преподаватели. Но к четвертому классу ученики мультят уже сами владеют и камерой, и программами монтажа. Дети здесь не только творят и воплощают свои идеи, но и учатся нужным в цифровом мире навыкам в игровой форме. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».